Объявленный год благоустройства в республике мы завершаем с хорошими результатами, отметил глава Якутии Егор Борисов во время совещания Совета по местному самоуправлению. С основным докладом по реализации жилищной политики выступила министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова. Напомним, в этом году план по вводу жилья составляет 600 тысяч квадратных метров. Из них 75% уже введено. Среди районов республики по этому показателю лидирует Нерюнгринский. Начиная с 2010 года в Якутии введено 2 миллиона квадратных метров жилья. С помощью господдержки свои жилищные условия улучшили 16 тысяч семей. В следующем году предоставляемая квота по линии Минсельхоза и ФПК Туймада по ИЖС будет не менее 17 квот. Янабарской области. И планируем много строительства социальных объектов и многоквартирных домов. В общем, и для этого мы должны подготовить техприсоединение, условия для техприсоединения – это теплоснабжение и энергоснабжение. Этот вопрос тоже мы сейчас решаем. Сахаэнерго и ГУБ ЖКХ.